Сегодня судебный пристав принял решение арестовать эти акции, а конкретно ограничить право пользования ими, то бишь запретил голосовать этими акциями на период судебного рассмотрения. И, как я уже говорил, с этого момента «Газпром-Медиа» стала контролирующим акционером. Поскольку все соглашения, которые мы до сих пор подписывали с «Медиумостом», оказались сорваны, мы тоже считаемся свободными от обязательств. От любого акционера, будь то «Газпром», он не поставит эти акции в дочь банка. То... У меня состоялся разговор с Владимиром Владимировичем Путиным, который мне сказал, вот там акции, долги, финансы, это все, как бы, безусловно, так сказать, ваша прерогатива. Но журналистов не трогать, менеджмент не трогать. Это уже, говорит, моя прерогатива. Поскольку я гарант, и я должен обеспечить безусловное соблюдение свободы слова. And now we understand in which way Mr. Putin is going to take care of NTV journalists. To start with, Tatiana Mitkova, probably the most well-known woman anchor in Russia, who would be compared with the most famous American or English journalist women, is going to be interrogated in the general prosecutor's office. I can only guess about what. She has nothing to do with finance, with anything but journalism. Mr. Koch, who was speaking today during his press conference, or even Mr. Ustinov and other top brass of Prosecutor General's office, well, they are just puppets in the hands of Mr. Putin. Mr. Putin is in charge of the total plan. Спасибо. И российские, мы не российские. Всех спасибо. 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 Спасибо.